Привет! Ты на канале Супер Тима Геймс, и мы в Spider-Man 2 идем за Веномом. Поехали! Гарри ждет меня в фонде. Ага. Боже, не верится, что на коне случилось такое. Так, все, летим к Гарри. А, у меня тут есть личный вход, нифига себе. Нормально. Личный вход. О. Эй! Эй, Пит! Эй! Зацени! Ты цел? Пойдем, глянем, что еще она умеет. Ну, пошел. Короче, этот экспериментирует по полному, я понял. Так. Что ты делаешь? Наука, чувак. Эксперимент. Ну, выдавай. Эксперимент. Итак, Человек-паук. МДЖ знает, а лучший друг нет? Так было нужно. Я бы сказал. Да. Я понимаю. А твой ученик, значит, второй паук? Много чего случилось, пока тебя не было. Не было, ну да. Поверь, я знаю. Ну-ка, давай. Аккуратно. Ну-ка, не сломай! Сказал же, не сломай! Ну, ё! Пожалуй, сварю нам кофе. Чувствую, все это надолго. Сейчас он там все стекла поломает. Давай. Давай, сейчас опять. Бах! Черт! Сломал. Комп разобранный. Что-то куча книг лежит. Все перевернуто. Ну, короче, понятно. Приходит этот и говорит: боже, что вы тут натворили? Этот вот ключки, уставший. Телек ну раз... что здесь произошло? О, сейчас будут чуваки получать. Мы тут просто проводили эксперименты. Где доктор Коннорс? Может, он взял отгул? Нет. Он не берет отгулов. Там телек. Ну, нет, это не телек, это экран. Да, созвонимся. Ну, я пойду, убежал. Мне нужна передышка. Это все? Гарри получил суперсилы? Это все слишком быстро происходит. Стоп. Это все? Что это? Ребята, от паука-бота поступил странный сигнал. И тебе тоже? Данки, это ты что-то тестируешь? Я как раз собирался звонить вам двоим. Только что в сети появилось несколько ботов. И они пользуются странными протоколами. Я выясню и расскажу, что какой-то нашел. Вирусела? Лети. Че ты такое? Какой-то паукобот? О, остряк. Загружаю данные на сервер. Ясно. Буду их посматривать. Пересылайте мне найденные данные. Попробую выяснить, кто это сделал. Привет, ты как? Привет, МДЖ. Мы с Гарри остались тестировать его костюм и слегка увлеклись пиццей. Но было вкусно. Как старые добрые. Я вот что хочу спросить.
что там у Гарри вместо радиоактивного паука? Никогда такого не видел. Это какой-то экзоскелет, который полностью устраняет симптомы его болезни. На сей раз доктор Коннорс превзошел себя. Невероятно. И очень своевременно, учитывая то, что было в парке. Есть мысли, куда увезли надгробие? Пока не знаю. Если что, сразу позвоню тебе. О, ты лучше всех! Блин. Да, я знаю. Так, что дальше? Это ты мне скажи, что дальше? Пехота, это, конечно, отлично. Вот, есть! Охота для жизни. Жизнь для охоты. Погнали. Привет, пауки. У меня для вас сюрприз. Загляните-ка сюда. Фелиция? Фелиция! Я подслушала охотников по ворованной рации, и они упомянули литейный завод в Уильямсбурге. Нормально. Похоже, надгробие-то. А вы бы сгоняли за ним. Спасибо! Рад, что ты в порядке! Ты успела добраться до Парижа? Да, все хорошо. Я должна сказать вам спасибо. Вам обоим. Несмотря на то, что другой Человек-паук даже не соизволил явиться. Да, насчет... Не надо ничего объяснять. Что было, то прошло. Знаешь, он хороший парень. Это правда. Ну, спасибо за наводку. Где? Без тебя я бы, наверное, не нашел надгробие вовремя. Да, спасибо. Вижу. Береги себя. Больше эти любители звериных шкур не застанут меня врасплох. Пока, пауки. Давай. Давай, Майлз, наверх. Давай я сам. А то ты не успеешь написать эссе. Ну, если... Если там Ли, я с ним разберусь. Человек-паук может подождать. Майлз нет. Ладно. Будь на связи. Надеюсь, наводка Фелиции поможет. Да, нужно, надеюсь. Нужно отыскать надгробие, пока Крейвен и до него не добрался. Заходим, заходим! Залетай! Есть! Не такой уж он и заброшенный, этот завод. Ага. Почему так долго-то? Подстраховываются. Он сильнее, чем мы думали. Ладно, будь начеку. Охота для жизни? Жизнь для охоты. Ага. Надо убрать их с крыши, найти вход внутрь. Окей, погнали. Куча охотников. И все для меня, я польщу. Привет. Наконец закончил с отцом. Но где доктор Коннорс, без понятия. Давно не видел отца таким нервным. Мы найдем Коннорса. Звони Энджей, пусть заглянет к нему домой. Ага, дельная мысль. Встретимся в Понде, когда я тут закончу. Что у тебя? Нужна помощь? Я в Уильямсбурге, на старом литейном заводе. Похоже, надгробие держат здесь. Похоже, это работа. Мы так себя не зовем. А как вы с тем парнем себя называете? Не знаю. Люди-пауки, человеки-пауки. Как-то запутано. Мне пора. Тут полно охотников. Так тебе нужна помощь? Нет, не приходи сюда. Они очень опасны. Нельзя, чтобы ты пострадал. До связи. Стоп. А, блин. Мне в какой-то момент показалось, что их там двое, я. Аж. Опа. Подвешенный. Я отыщу патруль. Двое подвешены. Тут вроде бы никого нет. Тут основное. В основном все вот здесь. И сейчас мы их так будем вот тут прочищать. Блин, тут чуть-чуть тяжело. Они тут парой ходят. Их надо... И... Бум. Мне нужна помощь! А я куда ты топаешь? Ну окей, она спускается вниз, хорошо. Есть? Сладких снов. Сладких снов. Опа, попался! Добегался. Хорошо. Так, вижу цель. И... Нет. Я
и забрал. Хорошо. Тихо, тихо. Вот что делать с вот этими двумя, я даже не знаю. Слушай, они тут так стоят. А я могу их чем-то как-то... Это какая-то мега-бомба. Есть притягивалка? Не, у меня нет никакой мега-бомбы. Можно одну ударить. Я помогу. Они рядом ходят. Это я не так не снесу их. Это придется. Вон он! Паук! Он не надо только так. Только так. Резиновый чувак. Ты он еще и живучий, смотри. Он буквально вот так вот подпрыгнул. Эта труба мой билет внутрь. Да уж, миссия труба. Ныряй. Буль. Я говорил с МДЖ. Она сказала, что скоро заглянет к Коннорсу. Это хорошо. Да, просто проверяю. Значит, старый литейный завод? Да. Ты чем занят? Кардио. Продолжай. Мне нужно найти надгробие, пока его не постигла участь Скорпиона. Тихо ты. Прыгай на балку. Связь снаружи пропала. Усилить охрану надгробия. Ага, я понял. То есть надо стрелять. Подкрепление. Лучше действовать тихо. Во время моей последней охоты с Крейвеном мы 2 недели выслеживали добычу. Сити Квестбой. Опа! Раз. Два. Ладно. Два. Не видал зверя подобного надгробию. Лучше заниматься надгробием, чем черной кошкой. Она наша. Даешь? Ой, блин, некрасиво я поставил, некрасиво. Здрасте. Ой, ой, ой. Этого в наших планах не было. Ладно, ладно, мы и так справимся. Следующий. Следующий. Еще раз. Еще раз. Хочу еще раз. Блин. На-на-на-на-на-на-на-на! Уклонись. Хопа! Это все. Кажется, наконец-то. Нифига себе, наконец-то. Мы только. А! Хотел сказать, что мы только начали. Ну да чего же вы упертые? О боже. Показ. Что это? Гарри, блин! Гарри, что ты здесь делаешь? Помогаю тебе, Человек-паук. Не благодари. Я хотел прокрасться по-тихому. Это я виноват? Ты налево, я... Погнали! Погнали! Ты сказал, все под контролем. Но взгляни на нас. Я надеялся, что мы с тобой начнем с чего-то полегче. Лучший метод обучения – практика. Я смотри, ее, она не ударила, хотя хотела. Хотя при этом я не нажимал парирование. Мы не бессмертные. Попробую оттуда. Хочу дать разряд, но... Ты всегда так себя чувствуешь? Я ж не только луплю плохих парней. Мне приходится принимать сложные решения. Видимо, это бонус. Ох ты ж ё. Давай, давай, да я, что я... И вот этим, и вот этим. Есть, хорошо. Прям, прям. Есть. Так. Ох ты ж ё, огнемёт. Вот что я нашла. Это что, огнемёт? Опа! Паутиной его не возьмёшь. Нам нужно найти другой способ. Да сейчас возьму.
Берегись, они на так, выглядит какое-то испытание специальное. Не лезь под пули и разберись с этими охотниками. Этот костюм пули непробиваемый. Сейчас кем время, и вправду, это я тебе должен сказать. Сейчас придумаю. На прицеле. Давай назад, не да блин, бей, что ты по нему лазишь? Блин, он лазит по этому балкону, ё-моё. Ой-о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 й
Бей, бей, бей. А, это Гарри, блин, я Гарри путаю с этим. Гарри, я придумал, как вырубить эту штуку. Ну. Слушаю! Там наверху, бак! Какой бак? А, вывернуть? Вижу цель! А-а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 
Ага. Ох ты ж ё. Трес! Смотри, как классно. Прикольно. А теперь спасем суперзлодея. Бывший суперзлодей. Но он несколько раз пытался тебя убить. Он хочет измениться, а я помочь ему. Боже, ты и правда веришь в лучшее в людях. Да я ими займусь. Энтузиазм это хорошо, но больше работы мозгами, чем кулаками. Да зачем? У нас все получится. Этого никто не знает. Нет, как бы. Понял. Я тебя не подведу. Ты как, с огнем справишься? Вообще-то ага. Я даже не вспотел. Какая-то граната пошла. Получи. Хова. На. И такой давай. Ты можешь вырваться. И так. И бэм. И давай. Все как всегда. Все как всегда. Эй, малыш, что это у меня есть? Бери меча. Тут становится опасно. Да-да-да, так чуть-чуть напрягают они меня, напрягают. А, наверняка надо было играть втихую, было бы хорошо. Но что это за поле такое? Только сейчас его заметил. Опа! Давай. И хресь! О, смотри. Чё, напрягаешься наконец-то? Так как вас всех, блин, перерезать? Чумовой костюм. Кажется, у меня получается. Ты должен быть учителем. Может быть, мне эту работу. А у тебя жена моя уже. Так ты задолбал. Ты, дятел. Все. Наконец-то, блин. А ты что такое? Нифига себе, вы падаете. Что, из Гарри что? Гарри, ты слышишь? У Гарри... голова! У Гарри перенапряжение. Спасай, Гарри! А! Симбиот, а там же горячо! Все, до меня дошло. Че такое? Может, если замрем, он не заметит. Ну-ка. Ну да, мечта. Ну да, мечтать не вредно. Они тут! Что случилось с твоим костюмом? Не знаю, сирена что-то сделала. А, это еще и звук, и жар, это все сразу. Его накрыло. Стрелы, мачете, ракеты, а теперь робо-птицы? Еще были робо-псы. Чем еще нас попробуют убить? Робо-роботами.
И я даже не прикалываюсь. А я уже скакаю, ты чуть-чуть опоздал. Смотри, как я могу. Опа, уклонился. Потом опа, опять тебя. Ты такой пум, ты как. Блин, мне так нравится, они как мячики, они такие. Стреляй. Я тебе не мешаю. И есть! И добивание. Какое-то такое. Легкое добивание. Какими-то надо, их гаджетами надо лупить, всем чем только можно. И так они лупятся реально долго. Надо то ли что-то на дополнительный урон еще брать. Не, вот они реально жирные, вот их бьешь, а они непробиваемые. Надо бочками, цистернами, не знаю. А, стоп. Какой невязь он прыгает. Хоба! Обратный! Фу. И чё? А ты прикалываешься. Ещё один. Ещё ракетчики явились. Не нервничай. Уберём их по одному. Да. О, это этих птенчиков, блин, убирать надо. Я не знаю. Вот так вот. Вот так вот мне их больше всего нравится. Когда они все вместе. Становится жарко. Где же он? Начинают. Ага. Не, нормально, лечение еще не надо. Где? Так там один. А, вот. А нет. А то что такое? Какого? О, стоп, там есть что, какой-то под уровень? Что? Лечение. Так, стальная дверь. По-моему, я не рассчитал силы. Мы точно сдюжим? Конечно. Мы же друзья-пауки. Ладно? Да, так ногой выбил. Ба! А вот и он. Какой план? Надо его спасать. Что? Ну, блин, план офигенный. Я отвлеку их. Попробую его вызволить. Хорошо. Как быстро растут дети. Прыгаем и всех бьем. Нормально. Смотри, а он профессионал. Я сейчас тебя отсюда вытащу. Не выйдет. Они установили ловушку. Но ты умный. А я ее обезврежу. Ну-ка. Да ну как ролик идет, мне прям. Ой. Обезвреживатель, блин. Что я тебе говорил? Прости, я только учусь. Мне тут нужна помощь! Я сейчас. А. Они стали больше? Что? Кто они? Так ты так его долбани! Ну что, еще поугараем? Ты можешь шутить? Конечно. В момент. Работа такая, говорит. Эй, ты мой должник! Открываю огонь! Откуда они берутся? Может, их в агентстве? Никто не знает. Никто не знает. Нам надо отключить печь! Скорее! Если перегрузить аппарат охладителем, он должен отключиться! Тихо. С ними все? Как раз пора отключить печь. Блин, я... Давай. Охлаждай. Ладно, вот так... Ба! Вы хотите всех тут угробить? Мы не народ! А чё? Прости! Чё? Не сдаются. Ой, и мы не отступим. И мы не отступаем, да. Тут становится жарко. А я не замечаю. Наверное, костюм огнеупорный. Везёт.
Из чего ты сделал тут костюм? У нас нет на это времени. Что нам делать? Идь быстрее. Это я могу. Нам надо вытащить надгробие. Попробуем ослабить клетку. Вон там. Да тут постой, тут чуть-чуть есть проблемы, знаешь? Может, я псих, но это один из лучших дней моей жизни. Надо чаще выбираться из дома. Давай, давай, блин, бегу, все рассыпается, по мне стреляют. Не знаю, но тут все рушится на куски. Продолжаем. Капец, секшн. Держись, нам надо убрать опорные балки. А, прям в полете. Бак! Здание вот-вот рухнет. Клетку никак не вскрыть. Может, пролезем через печь? Нет, там слишком сильный жар. У тебя есть другие идеи? Придется потерпеть. А, бессмертный! Что ты делаешь? Ну же, Гарри! Гни клетку, я не знаю! А! Что теперь? Блин, капец! Скорее! Можно здесь! Ты герой! Хэм! Уходи оттуда! Давай! О, бак! Уходим! Уходим! Давай за ним! Сваливай! Сваливай! Рассыпается! Труба! Попробуй йогу, отлично успокаивает. Хочешь тут сдохнуть? Шевели! Бегу! Нет, 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 я его не вижу! Без паники! Скорее, сюда! Гарри! Гарри! Нельзя нежить. Куда он делся? Я их вообще-то обогнал. Все, в итоге они впереди. Что? Опа, и Гарри выкинули. Смотри, а. Но надгробье мы спасли. Капец. Стойте. Проверь, хвоста нет? Сейчас. Хвоста, а, понял. Чем плохо соблюдать законы? Начинаешь терять форму. Да, наверное. Хорошо, что мы успели, потому что другим повезло меньше. Они бы все равно не смогли меня убить. Плюс, они ждали, что это сделает ты. Нифига себе. Тебе есть где спрятаться? Ну. Да. Если опять полезут, я буду готов. Ну, супер. Передай другу благодарность от меня. Обязательно. Увидимся. Увидимся. Паук. Паучара. Они сбежали. И нам пора. Да. Эй, ты неплохо себя показал, правда? А мне казалось, что от меня больше да. Вреда. Ну да, но вредил ты к месту. Вредил ты, но к месту. Чё? Что? Подожди. Чё? Извини, я пока не до конца еще освоился. Дизайн-класс. Ты о чем? Ты сейчас... А? Наверное. Надо же, прикольно. Теперь мы правда друзья пауки. А, я тогда погнал в лабораторию, гляну, не вернулся ли доктор Коннорс. Разумно. Разумно. Ну, будем на связи. Поразительно. Да капец. Опа, я Майлз. Что происходит? Какой-то кабинет. Мама, если не слишком залиться своим наставником, мне помогает. Пригодилась. Надеюсь, у тебя там не очередная многоножка. Помощь в офисе. Сначала свяжусь с Питом. Ну-ка. Привет, Майлз. Йоу, привет. Давно тебя не слышал. Нужна помощь. На самом деле все супер. Мы смогли спасти надгробие, прежде чем до него добрался Крейвен. Мы? А,
Короче, помнишь моего друга Гарри? У него появился суперкостюм. Он кому хочешь в нем наваляет. С ним нам будет намного проще победить охотников. Стой! То есть, он теперь втроем? С нами? Вроде того. Все это так неожиданно. Мне пора. Мы будем втроем? Так, на будем мы втроем или нет? Любимый ответ. Ладно, тогда пока позвоню Ма. Ну? Он не звонит. Куча квестов. Так. Но идти к Рио, возможно, идти потом опять к Гарри, мы будем в следующей серии. А я думал, что мы в этой серии получим симбиота и станем полувеномом, полупауком. Но, видимо, у игры на этот счет другие планы. Что же, будем смотреть, когда мы получим симбиота. И получим ли мы его вообще? И если ты хочешь увидеть продолжение, поставь лайк, подпишись на канал, особенно подпишись на канал, ведь 90% зрителей смотрят это видео без подписки. И оформляй спонсорку. До скорой встреч, пока-пока.